Владельцы диджей-пультов нередко сталкиваются с проблемой, при которой не загорается их дисплей. Такое может случаться как недорогими устройствами от малоизвестных китайских брендов, так и с весьма дорогостоящим оборудованием от известных компаний. Давайте выясним, почему так происходит. Если на микшерном пульте не загорается дисплей, это может говорить о каких-то программных или аппаратных поломках. Но на глаз, проведя только лишь визуальный осмотр, определить точную причину практически невозможно. Мастера нашего сервисного центра рассказывают, что в каждом случае необходима тщательная всесторонняя диагностика, которая занимает всего 15-20 минут. Она-то и покажет, какие детали, системы и элементы вышли из строя, а также поможет подобрать наиболее оптимальные методики и способы устранения имеющихся проблем. Столкнулись с проблемой, при которой дисплей диджей-пульта не показывает? Лучше сразу же записаться в наш специализированный сервисный центр по ремонту техники и электроники. Мы – команда профессионалов, которые регулярно повышают свою квалификацию и могут в кратчайшие сроки диагностировать и устранить любые неисправности. Это возможно и благодаря тому, что мы имеем лучшее в городе диагностическое оборудование. Записаться ремонт устройства любого бренда и модели очень просто. Для этого достаточно связаться с нашими менеджерами и обговорить подходящий день и время визита или заполнить специальную онлайн-форму на сайте АСЦ-сервис.